19 декабря возле одного из магазинов на улице Сельских строителей обнаружили тело 20-летнего юноши. Очевидцы сразу же позвонили в дежурную часть. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на трупе имеется колото-резанное ранение в области сердца. Следователи на месте происшествия провели необходимые и неотложные следственные действия, такие как осмотр места происшествия, установили и закрепили следы преступления. Следователи обнаружили и орудие убийства – нож. Подозреваемого нашли, что называется, по горячим следам. Сделать это удалось благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Его помогли задержать сотрудники полиции и регионального управления Росгвардии. Подозреваемым оказался ранее судимый 34-летний рязанец. Позже удалось узнать все подробности убийства. По данным следствия, в 2 часа ночи возле одного из магазинов к 20-летнему юноше подошел пьяный мужчина. Между ними возник конфликт, и в ходе ссоры подозреваемый нанес молодому человеку удар ножом. От полученной раны пострадавший скончался. Подозреваемый установлен, он задержан. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дал признательные показания по делу, рассказал подробно об обстоятельствах совершенного преступления. Кроме того, очевидцами данного преступления являются трое жителей города Рязани. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. В ближайшее время его направят прокурору для утверждения обвинительного заключения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».